Большинство районов края на этой неделе ожидает теплая погода. Всю неделю синоптики прогнозируют плавное потепление. На юге и западе региона уже с завтрашнего дня воздух начнет прогреваться и к выходным достигнет отметки 18 градусов. При этом потепление будет сопровождаться переменной облачностью. А вот самые теплые дни, пятницу и в субботу, подпортят дожди. В Красноярске же завтра ожидают всего плюс 6 и дождь. Однако уже в среду температура поднимется до плюс 11, а к выходным и вовсе достигнет 19 градусов. Все это время будет ясная погода. Дожди синоптики ожидают лишь в воскресенье. А вот на востоке края самый теплый день будет в субботу, плюс 16 градусов с небольшим дождем. В северных же районах температура воздуха будет держаться около минус 3 градусов.